на поле. Ну ты мудак. Чисто, чтобы прожмать. Что он со всеми тут за компанию шмаляет. Тут ничего? Я снимаю. Добрый день, дорогие друзья, с вами турнир ПУС. Это высший дивизион. Вашему вниманию предоставляется возможность увидеть очень статусный поединок. Встречается футбольный клуб «Кельчень» и футбольный клуб «Металлист». «Кельчень» подгородная, «Металлист» письменная. Чемпионат области в формате 8-8. Ожидаем очень интересный поединок. Напомню, друзья, что «Кельчень» в чемпионате сыграла только одну игру. И в этой одной игре они победили действующего чемпиона. Чего игрок? Ну вынес, но не серьезно походу. Парни, подайте мяч! Прощупывают. Может быть, если не... А меня не купил, может быть. Там не зеленая горит лампочка, видишь, где? Неплохой моментик создал Кельчень. Как две минуты этот момент. Не знаю, не приходил к нему. Давай.
Интересно, что, друзья, Кельчень неделю назад встречалась с металлистом в кубке. И 3-0 металлист обыграл Кельчень. Если я ничего не путаю. Да, но то есть сейчас вот совсем другая игра, друзья. Кельчень доминирует и вполне заслуженно ведет в счете. Очень нравится Кельчень в этом сезоне, друзья. Не зря они заняли чемпионский титул. Чемпионы района не стали. Очень солидная компания смотрится. Посмотрим, как они на курсе будут себя проявлять. Но старт впечатляет. Нет, Еще нет.
Так резко так пошел. Слышь, реально. Был. Пошел, да? Да резко остановил, как будто, знаешь, вот ведро потом вылил и все. Партизанская еще какая-то работа? Не сезон. Есть шанс немножко поиграть. Давайте, большим колюзом его показал. Да? Смотри, вокруг света крутит, нам вообще крутит. Это мое. Да? Я уже согрелся, так можно хорошо. Фразил мультик, такая приятная гибкость изображалась. Тут чей, 2-0. Что положили? Если меньше, понял, пусть все, свести сейчас. Все, я понял. Видел, я там получается подряд. Ну ты знаешь, что же память, да? Да. А уже карточка. Чем я забыл декабрьскую? Это заряжено. Да? Да! 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 Да!
Он за пулем уже, исключение. Второй будет он. Он не снимает. Там был супер. Ты не будешь расходиться. Ого, ты получилось, ты копишь на другую. Давай, 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 давай,
если выключится экран. Дашь номер, я сейчас перекину, фото я перекину. Давай с фото перекину на твой номер. Номер только что сейчас скажу. А придется. Да,
Минута, на которую забывали? Сколько? Где? В том один. Течение? Да. 8-9. Ну, 8 туда, да? Да. Давай, давай. Блин, сейчас не ваше. Yeah.
С вами наблюдаем. 2-2 счет на табло. Металлист проигрывал после первого тайма 2-0. Смогли забить 2 гола. Третий гол. Это просто невероятный футбол. Казалось бы, все спокойно. Причем 2-0. Уверенно так начали. Хорошо так. И что?
Которая просто впитывает. Что, ты не на сипьяных, на каком не забыл? Поединок уже мужской такой футбол у нас. И металлист на данную минуту просто безумно камбачит. 2-0 горите. Напомню, друзья, что неделю назад встречалась Кельчень с металлистом в кубке. И тогда металлист 3-0 обыграл Кельчень, в принципе, уверенно. И первый тайм очень уверенно. Ой, какой сейв и какой удар. Просто аплодирую одному и второму. Тут просто отлично пробил их. Сейв просто самый эффектный, один из самых лучших, мне кажется, за сегодняшний вечер. Просто нравится такой футбол, друзья, очень вкусный, очень динамичный, интересный. Два команды, потом по второму раунду драйв команды дают. Да, получается так, два абсолютно разных тайма проводят команды. Если в первом тайме Кельчень доминировала на поле и создала очень много моментов и забила 2 гола. То есть сейчас металлист очень заряжен, вышел во второй тайм, и видите, такой результат уже 3-2 в счет в пользу металлиста. Куда дальше эти качели качнутся, непонятно, друзья. Снова металлист, пружина, мудрак с мячом. Нет, обрезочка. Смотрите, какая борьба за каждый мяч. На каждый мяч бегут несколько человек. Мне очень нравится этот поединок, очень заряженный. На игру, на борьбу все футболисты. И снова для соток. Что придумать? Нет, очень жестко пошел факат игрок Кельчени. О, смотрите, что он делает, чтобы достать этот мяч. 666 номер, но он не смог его достать. Мяч у металлиста. Как вы считаете, будут еще голы у нас в этом поединке?
Металлист уже не спешит счет их на данную минуту устраивать, но в один мяч это не так много. Ваня не был Ваня на первых играх, 37 номер вообще. Сегодня он приехал за игру Кельчейна. Нравится, друзья, Кельчейн на старте сезона. Очень достойный оппонент. Честно скажу, лично я немножко скепсисом смотрел, как бы, на то, как себя проявит Кельчейн в сезоне. Но вот по стартовым играм можно сказать, что это очень солидный оппонент. Очень солидная компания, и вот с таким настроем, желанием играют, и ни одной из команд не будет легко с этим клубом. Они способны отобрать очки у любого гранда, пульса. Сегодня еще Кельчейне предстоит игра с Фортексом, тоже, мне кажется, будет очень интересный поединок. Ну, у нас игра. Конечно, тут много будет зависеть, как сыграет Кельчейн первую игру, знаете. Это будет зависеть настрой на вторую. Много легче играть, когда ты победил, ты как на одушевлении, но когда ты проиграл, выходить вторую тяжелее. Сколько времени осталось у нас? 5 минут до конца поединка. 3-2. Как-то спокойно у нас игра, друзья. После того, знаете, Металлист 3 забил и спокойно. Все спокойно. И Кельчейн не сказать, что создает какое-то такое давление, знаете, чтобы гол назревает. Это не так. Не назревает гол. Как-то успокоилось все такое, знаете, чувство, что всех все устраивает. Вот я смотрю этот поединок. Кельчейн-Металлист. На прошлой неделе 3-0, когда Металлист выиграл. В принципе, игра была такой же, вот как сейчас. Якобы всех все устраивало. Кельчейн играла, знаете, без такого задора, без огня в глазах.
Опасно штрафной. Шанс все равно еще. Да. Такая стеночка плотная. 5 человек. Блин, не попал по мячу. Так как и обычно, блядь, и до этого давали самим, блядь, что до этого не обязательно? Говори! Все!